Обновление городского автопарка – радостная новость не только для пассажиров. Хамид Балачи, водитель с большим стажем, признается, что ждет этого момента с большим нетерпением, ведь его старый автобус глохнет по несколько раз в день, что доставляет большое неудобство и ему, и всем автомобилистам на дороге, а также угрожает безопасности пассажиров. Конечно, рады, еще как, а то вот каждый день мы ломаемся. В день два раза ломаемся, не то что один раз, два раза. Вот сейчас я сломался, заехал, пробки везде. Сцепление не выдерживает. Усталость металла. Тут никто не виноват. Ни я, ни наши слесаря. Проблемы с автобусом – головная боль не только водителей. Поломки здесь настолько частое явление, что мотористы предприятия никогда не остаются без работы. Запчасти, что привозят, очень плохой с магазина. Очень. Ну, некачественный. Второе, что каждый день ломается автобус. Каждый день двигатели снимают. Вот. Только поставили, это соберем, чтобы поставить еще другую. Жители республики уже разделились на два лагеря. Одни испытывают серьезные неудобства при передвижении на старом транспорте, другие же вовсе ничего не замечают. Но все они, безусловно, будут очень рады новым автобусам. Я очень рад, что в нашем городе появляется новый транспорт, потому что нашему городу это необходимо, чтобы не было перебоев в поездки, чтобы можно было быстро добираться до учебы и до работы. Бывают грязные маршрутки и поломанные сиденья. И я была бы рада, если бы поменяли автобусы. Конечно, рада. С нетерпением ждем новых автобусов в нашем городе. Как раз у нас нам не хватает автобусов. Помимо частых поломок матчасти, есть еще одна важная проблема. Автобусы старого образца неудобны, особенно для мамочек с детьми и пожилых людей. От населения в адрес руководства ПТП неоднократно поступали жалобы по этому поводу. Вы знаете, во-первых, он очень, как сказать, неудобный, этот пазик старого образца. Понимаете, чтобы в него подняться, там, например, женщина с коляской, это практически нереально, там, если, я не знаю, там несколько человек не постараются. Напомним, что городской автопарк в Черкесске будет обновлен впервые за 12 лет. При этом максимальная безопасность и комфорт пассажиров будут обеспечены даже в условиях высокой загруженности дорог. Гульмира Лайпанова, Мурат Кимлюгов, Архыз 24.